оформление цоколя дома. Как оформить цоколь дома? Вот мы показывали декоративный камень, там ковка, заклепки. А я тут решил такой хитрый ход сделать, ну, больше для Ютуба там, что, ну, такой задачи не ставились, эскизов нет, вот, что хотим, то и мутим. Заказчик позволяет нам это делать. То есть, ну, я взял какую-то смешную рожицу, ну, это тролль или я не знаю, ну, не знаю, что такое, камень такой в виде лица. Ну, вот я ищу или волосы, там, наработки, ну, как играю на публику, там, кто-то, наверное, слушает меня, вот, может, какую-то корону сделаю, а может, ну, что-то ж рисую я там. Ну, посмотрим, что с этого получится. По большому счету, эта работа несложная. Просто, ну, надо, ну, взять вот лицо, обыкновенное мультяшное лицо, там, с улыбкой, ну, злобного не хочу делать, потому что фасад и такой вот тролль, который будет следить за порядком цоколя. Там вы видели уже и сундук, и золото какое-то охраняет. Вот, думаю, может, бороду сделаю. Вот, ну, и сейчас пока оно круглое все, и, ну, надо, чтобы оно было более анатомичное, надо немножечко поработать все-таки со скулами, с висками. Ну, опять, видите, я сам пытаюсь себя накрутить, чтобы найти все-таки решение. Если бы я взял бы какой-то эскиз заранее, мне было проще. А так мне приходится такой экспром что-то крутить, мутить. Но я сейчас настроюсь, я найду решение и просто мы сделаю что-нибудь. Вот я показываю, как можно, ну, сделать вот такое лицо работы. Видать, кому-то что-то я объясняю, я уже не помню, что там. Просто там ветер сильный, мне приходится заново озвучивать. Ну, смотрите, есть у меня габариты уже, есть у меня лоб, нос немножечко короткий. Ну, я сейчас, наверное, что-то придумаю, потому что, ну, размер явно не соответствует. Ну, есть размеры, есть анатомия, которую, конечно, надо придерживаться. Ну, и какой-то образ. Ну, так как жесткого здесь нет образа, сейчас что там, надо выбрать рот, нос, глаза, виски, и будет определенная работа. Ну, вот сейчас я настраиваюсь, что-то там я пытаюсь рассказывать, а на самом деле я готовлюсь к работе, при разговоре я какую-то там для себя решаю информацию. Ну, вот с круглого мячика я уже сделал лобик, сейчас вы смотрите, видите, такую, ну, щеку сделаю, или там мимику, которую вот под рот, сейчас вторую, растворик выдавлю, и все, смотрите, лицо почти готовое. Ну, сейчас, видать, я подниму или губу наверх, потому что слишком губа вниз пропущенная, или нос увеличиваю. Ну, посмотрим. Вот так, видите, вот так, улыбочку ему делаю. Он смешной, теперь нижнюю губу сделаю. Раствор, видите, как пластилин. Ну, то есть, с ним великолепно работать. Ну, и как нету жестких требований. Ну, я опять решаю, надо ли мне борода, не надо борода. Ну, сейчас щеками, щеками решу. И вот с губой верхней надо решить. Немножечко я натягиваю его наверх, чтобы, ну, как бы больше объем. Это, видите, барельеф. Вот, все, видите, я начал делать, ну, губу наверх, и он немножечко становится более там понятным. Ну, это сейчас бороду, наверное, немножко я подыму вверх. Ну, вот видите, у меня резачок такой, не очень большой, тоненький, который позволяет мне, будем говорить, работать. И, ну, острый не очень хорошо работать. И вот сейчас я глазик намечу, и, в принципе, готовая работа будет. Ну, лоб немножко надо поднять. Ну, а так как это тролль, можно эти размеры деформировать, не пытаться там явно там что-то с этого там получить. Ну, вот я знаю, что здесь должна быть скула, глаз. Вот сейчас ноздри немножечко добавлю. Ну, с того же раствора, который там и есть. И вот такой камень будет. Камень-тролль. Ну, такая мелочь, вроде сколько там, 5-6 минут, там, ну, 10 минут на эту работу уйдет, а эффект будет нормальный. Ну, то есть он, ну, какую-то там энергетику принесет, и опять людям потом покрасим его. Я в конце фильма покажу, как мы его покрасили, на что он похож. Вот ведь уже века я сделал,
глазик сейчас снизу. Ну, так как я раньше эти работы по зеркалу делал, ну, сейчас у меня просто из машинальной памяти это помню. И ну, вот я продавил такой зрачок. Ну, он немножко постоит, потом с ним можно немножко как бы пошкребсти. Сейчас я его леплю. Вот немножко под эти брови подгребаю. Ну, щечки не хочу убирать, он такой, ну, и чтобы он был круглый. И немножко лоб надо бы поднять. Ну, вот сейчас морщинку, что-то он у меня похож на какого-то физика. Ну, тут, в принципе, я его схватил, сейчас что-то подправлю чуть-чуть, все, и работа готова. Он немножко потом постоит, и его по-сухому надо будет прошкребсти, он более, ну, будет держать форму, этот раствор, и можно будет, ну, не видать, не хватает раствора, сейчас я ему лью волосы, что-то добавлю, и все. Вот и сидячая работа такая, вот ползаю около него, да. О. Ну, видать, волосы позже здесь сделаю, потому что уже фильм кончается, а работа еще не закончена. Я хочу вам показать соколь. Вот видите, вот такие улитки, вот такие рыбы. Я их показывал, как бы, вот эти работы под соколь. Ну, сейчас идет фильм про тролля. Камень-тролль. Ну, фильм начали, ну, немножко как он не законченный. Я решил вам доснять, а что с этим камушком получилось. Ну, вот такой вот он получился. Тролль в такой ковочке спрятанный. И вот такой он имеет, вот такое он имеет назначение, там, оформительское. Ну, смотрите, здесь червяк, я забыл, как его зовут. Ну, потом вспомню, да, скажу. Вот видите, гаечка. Вот здесь, смотрите, вот такой вот есть интерьерный такой подход, допустим, какой-то лючок закованный. Ну, вот замочек висит на дверке, сундучок. То есть вот такие вот мелоча, они как бы придают, ну, такой интересный вид дома. И дело в том, что можно делать, что захочешь, как бы, ну, нету жестких рамок, которые бы нас там ставили в эти рамки, что надо только ровно, ну, может, кому-то нравится ровно, а я люблю косо-криво и по-смешному. Ну, короче, вот фильм про вот этого тролля. Вот он улыбается, такое солнышко, глядит за порядком, он с подкопки, с подкузнечной копки выглядывает. Вы видели, что он это ушел там 5-8, ну, 10-15 минут, найти можно, ну, на червяка больше ушло времени, ну, рыбы тоже там сколько час заняли, или сколько там, 2, то есть. И вот фасад получается такой интересный вид имеет. То есть, почему здесь легко и быстро? Потому что нету жестких форм, нету симметрии, нету миллиметров. Вот грибочки вставили, а все это придает вот такой, то есть это типа дизайнерский подход, это просто обыкновенное оформление цоколя, фасада там или чего. То есть это вот такая вот как бы система, ну, будем понятий по дизайну вот, вот этих вот всех будем фасадов, ну, или там, я не знаю чего.